Перепрыгнуть через импровизированный обрыв, пройти по натянутым между деревьями веревками. Показать свои альпинистские навыки решили 13 команд школьников со всей области. Все они участвуют в фестивале, посвященном развитию туризма «Шымкент-Тау-Фест». Первая команда «Сункар» вырвалась вперед, но на половине пути ребят дисквалифицировали. Один из участников сорвался с натянутого троса. Конечно, сегодня он был пристегнут к веревке карабином, и расстояние до земли здесь было не больше 2 метра. В реальной жизни под ногами юного путешественника могла быть пропасть в несколько сотен метров. Вторая команда «Техас» – частые участники различных соревнований по скалолазанию и альпинизму. Воспитанники областной станции юных туристов быстро прошли всю дистанцию. 6 ребят преодолели препятствия за 9 минут 25 секунд. Так как мы давно соревнуемся уже, даже по республиканским соревнованиям, для нас уже как бы сложности ничего не значит. Как бы уже привыкли. Были ошибки, конечно же. Одна-две ошибки были, но это ничего не значит. Мы очень надеемся победить. Цель соревнования – привить ребятам спортивный образ жизни и обучить их навыкам юного туриста, которые могут пригодиться в реальной жизни. Цель этих соревнований – привить молодежи любовь к родине, любовь к природе. То, что они не сидят дома за компьютерами там, или не шастают там по улицам, а приезжают сюда. Это подготовка к походу, тому же самому, там в горы, по лесу, как выживать. По итогам соревнования была выявлена тройка победителей. Ребят наградили подарками и грамотами.